Друзья, всем привет! На дворе у нас пермская осень, но мы не расстраиваемся, потому что в вертикальных новостях у нас тепло и уютно. С вами Мария Фадеева. Поехали! Главная новость недели. У нас в Инстаграме 8000 подписчиков, ну уже даже больше. Без ботов и накруток. Спасибо, что вы с нами. Прекрасное видео нашей русской смекалки. Эти тетки точно учили в школе физику. Больше и добавить нечего, кроме того, что так нечестно и повторять не стоит. Видеорегистратор снял в Невинномысске очередного водителя, который себе все купил, а ездить не купил. Нет, ну серьезно, как можно было в такой солнечный день не увидеть поворот и так эпично прыгнуть на бордюр? Отличный пранк в исполнении хорошего автомеханика и его собаки. Руль у нас теперь сзади, педали у нас сзади, все нормально, впереди все хорошо. Также и руль стоит, и сидушка стоит, и вот видите вот этого парня? Вот этот парень сегодня будет... У меня водителем, да? Двуногий установил руль и педали на задний ряд машины, руль спереди оставил, усадил за него песика и поехал троллить жителей. Смотрится очень весело. Как тебе такое, Жига, задом? А вот этой собачке нужно помочь найти хозяев. Ее сняли в Невинномысске, недалеко от школы номер 1. Собачка с виду молодая и домашняя, с ошейником. Невинномысск, если вы знаете, чья собака, сообщите хозяину или напишите в паблик. Ребята, вы знаете, какой сегодня день? Сегодня день основания Фейсбука. Диванные войска – ваш день. А еще день резиновых калош и праздник хорошего настроения, ну как и у нас, собственно, всегда. Научно доказано, не только котики интересуются техникой, пингвинчики тоже очень любопытные создания. А еще они очень милые, когда смотрят на камеру сверху. Это ежедневная милота. Друзья, всем хорошего дня. Оставайтесь со своим. Пока!